Так, часть 2. Часть 2. Гений современности Александр Юрьевич Кушелев выписался, благодарит и едет домой. Александр Юрьевич, часть 2. Слушаем вас. Вот я уже в электричке. Еду до метро. Ну, так как я еще не обедал, а у нас по расписанию, как говорится, война войной, а обед по расписанию, мне приходится обедать. Опять вы в кадре едите, Александр Юрьевич. У меня фамилия обязывает. Ну так что, вы сами себя признаете гением или нет? Да, хорошее питание у вас. Ну а как же не признавать-то, если уже все признали практически, кроме отдельных личностей, для которых вообще ничего не существует. Так что такое гений? Кто такой гений? Гений? Ну, хорошая поговорка. Талант попадает в тех, в которые никто не попадает. А гений попадает в тех. Вот как можно открыть, например, 3D-генетический код, если его же не видно? Если он может только догадаться, что он существует. Но когда я сделал такие технологические модели аминокислот, кстати, вместе с Кожевниковым, я увидел, что их можно друг к другу приложить тремя вариантами. Вот, и предположил, что третья буква генетического кода как раз этими тремя вариантами и управляет. Микрофон поближе. Вы, по-моему, стали разговаривать через гарнитуру. Пожалуйста, да, действительно существует 3D. Через гарнитуру. Ну, поближе микрофон, держите как-то. Вот так вот держать? Да, вот так будет хорошо. И еще раз, вот было... так вот, да? Да, была помеха связи, талант попадает в цель. Еще раз повторите. Талант попадает в цель, в которую никто не попадает, а гений попадает в цель, которую никто не видит. Отлично, браво, прекрасно. То есть за горизонтный уровень мышления. Что-то у вас... Вот, и, короче, значит, как удалось открыть 3D-генетический код? То есть я обнаружил, что модели аминокислот могут складываться как кубики конструктора с поворотом на 120 градусов, то есть три варианта. Ну, треугольные кубики, грубо говоря. Вот. Ну и, значит, я предположил, что эти три варианта управляются третьей буквой генетического кода. Ну и гипотеза подтвердилась. Вот Виктория Соколик, профессиональный молекулярный биолог, выпустила книгу на эту тему. Я показал достоверную научную, статистическую достоверность. Александр Юрьевич, а открытие происходит в междисциплинарных областях, и гений – это, наверное, тот человек, который многогранно развит и имеет глубокие познания в разных областях. Вы могли бы перечислить те области, в которых вы компетентны? Я бы вообще не сказал, что главное, чтобы были глубокие познания, потому что глубокие познания, это называется энциклопедический ум. Вот. А когда делается научное открытие, это другой тип интеллекта, он называется, креативное или творческое мышление. То есть, когда вы фантазируете, пытаетесь решить проблему, которую никто никогда не решал. То есть здесь как бы стандарты не помогут. Нельзя по стандарту создать летающие тарелки. Их можно создать только с помощью нестандартных решений. С помощью научных открытий. Александр Юрьевич, согласно вашему модельному представлению, по всей Земле крепости звезды, мегалитические сооружения, которые были выпаривательными комплексами. Правильно? Ага. Да. А почему вы не можете рассмотреть версию, что моря и океаны тоже выкопаны и переработаны в мелкодисперсную пудру, в нанопорошки? Рассмотреть-то, конечно, можно любую версию, но, те данные экспериментальные, которые уже известны, говорят о том, что моря, скорее всего, образовались в результате увеличения радиуса Земли. То есть на нее что-то падало, и радиус увеличивался. И вот в трещинах накапливается вода. Есть такая версия.
Да, Шестопалов... Это официально. Ну, официально. Шестопалов Анатолий Васильевич ведет речь о том, что вода синтезируется, генерируется в местах геологических разломов. Ну, тут вопрос, конечно, интересный, но вот те данные, которыми я располагаю, они не требуют генерации. Здесь достаточно круговорота воды в природе. Вы сейчас себя ведете как сторонники теории относительности, которые за сложности вычеркнули эфир. Но я не говорю о сложности. Дело в том, что мы с Анатолием Васильевичем пытались проверять, есть ли, скажем, ядерный синтез в растениях. Плохо слышно. Необходимо ли? Плохо стало слышно. Значит, мы уже пытались выяснять вопрос, есть ли ядерный синтез в растениях, необходимо ли синтезировать воду в недрах Земли. То есть, если бы она там действительно синтезировалась, ее бы прибавлялось, и масса Земли бы росла, наверное. Или нет? Ну, в общем, есть что обсуждать, Александр Юрьевич. Плохая связь. В общем, мы желаем, поздравляем вас, что вы выписались. И озвучите для зрителей, какие сроки эксперимента на магнетроне и с рубинами? Значит, РОДА сообщил, что он появится в Москве в сентябре. Ну и, соответственно, от того, как он запланирует дату, она и произойдет. Так, я готов хоть сейчас ехать на эксперимент. У вас все готово? У вас все готово? Рубиновые шарики все готовы? Ну, так скажем, хорошо бы их доточить немножко, но для этого нужен еще один станок. Я вас понял. Хорошо. В общем, гений современности выписался, благодарит и едет домой. Александр Юрьевич, большое спасибо, низкий поклон, всего доброго, семье приветы. Удачи. На связи, хорошо. Если найдутся желающие навестить вас, вы в Дмитрове или на даче будете? На даче. Вы на даче. Соответственно, желающие вас навестить, усиленным питанием накормить, повышающим гемоглобин, то вы всегда готовы принять, да? Да, они, значит, ищут Ярослава Старухина, и он им покажет, как все это делается. Хорошо. Все, всех благ, всего доброго. До свидания. Удачи. Единицы двигают цивилизацию вперед, дорогие друзья. Так что поддерживайте, пожалуйста, Александра Юрьевича.